Сегодня глава Чувашии Олег Николаев провел совещание с председателем правления группы компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. На встрече обсудили вопросы строительства автомобильной дороги М-12 и обустройства третьей транспортной развязки в Ибресинском районе. Сейчас по проекту строительства автодороги М-12 на территории Чувашии предусматривается только две транспортные развязки в разных уровнях в Шумерлинском и Комсомольском районах. Глава республики не раз подчеркивал, что этот проект имеет важное значение для Чувашии, поскольку существенно влияет на привлечение инвестиций и будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Председатель правления группы компании «Автодор» Вячеслав Петушенко считает, что строительство развязки в Ибресинском районе оправдано, и в ближайшее время специалисты подрядной организации ее запроектируют.